Всем привет, друзья! Мы продолжаем проходить карьеру Барселоны. Друзья, у нас очень много новостей. Сегодня у нас последний матч с Манчестер Сити в нашей группе. Это финансовый, продолжаемый финансовый кубок. Выйдем ли мы из группы, будем в плей-офф? Сейчас мы, собственно, все и выясним, потому что у нас основная игра — это Манчестер Сити против Барселоны. Ну, Бавария тоже, кстати, имеет шансы все выйти. В общем, сегодня будет все ясно. Но пока мы отдыхали, кстати, смотрите, лучшие бомбардиры немножко поменялись. Абумиянг уже успевал забивать 3 гола. Кун Агуэро все так же 3 гола. Яйя Тауре 2 гола. Вот, собственно, вот таким вот лучшим бомбардир. А если вообще полный список, собственно, открывать, вы видите, что здесь Агуэро, Абумиянг, Яйя Тауре, Суарес, который, кстати, Суарес был на втором месте. С Игуэра. Выйдет ли, кстати, Суарес на сегодняшнюю игру? Я думаю, да. Де Брюйне и Левандовски 7 место всего лишь здесь занимает. Лонго из Интера. Юнуза из Манчестера. Вот. В общем, ну, вот такие вот фамилии. На последнем месте это Пол Уилсон, кстати, из Манчестер Юнайтеда. Коман там даже есть. Ну, в общем, такие вот именитые. Ну, и последние встречи, которые встречались. Манчестер Сити 5-0 победила Виктории. А мы с ними, кстати, помните, мы сыграли с ними очень сложно. Нам было очень нелегко играть с ними. Ну, вот последние покупки, продажи, главные трансферы. Новейшие, кстати, сделки, вы можете их наблюдать. Ну, и у нас в той серии, кстати, я показывал возможные покупки. Возможно, в этой серии они продолжатся. Состав. Сегодня полный эксперимент, полным ходом. Неймар, Донгоу, Криштиану Тело, Рафиня, Погба. Погба вернулся, кстати, с Франции. Это очень круто. Бускетс вернулся, Матье вернулся, Мура попросился, попросился в основной состав. 19 лет этому парню, правозащитник, очень перспективный, будет очень хорошо расти. Это здорово. Наша новая покупка из Челси — это Баба, который в том матче просто дичайшая техника, ребята, у этого футболиста. Очень такой, знаете, как кошка какая-то. Это вот левый защитник, как кошка такая, да? Как вот Алвес у нас стоит вот с этой стороны. Вот как Баба будет, походу, с этой стороны также. Клаудио Браун на воротах, на заменах уставший Месси и очень уставший Агуэро и Халилович. Вот такие вот замены. К сожалению, в этом чемпионате возможно сделать всего лишь только 3 замены. И я вот ограничиваюсь такими вот заменами в нападении. Центр пусть держит как. Но я думаю, на Рафине и Погбе сегодня далеко уедем. Иньеста очень устал, приехал с Испании, я его не стал ставить в основной, старичка. Ну что ж, поехали, Манчестер. Ну что, немножко, друзья, английского футбола. По-моему, мы еще за все эти 2 сезона ни разу не встречались вроде бы с английскими клубами. И вот первая встреча, Манчестер Сити. Мы когда-то у них купили, продали им Суареса, они нам продали Кун Агуэро. То есть сделали вот такие вот две замечательные замены. У них, кстати, они стоят на втором месте, там еще Бавария на втором месте. Погба к нам вернулся. Сегодня будет ясно, какие команды выходят в плей-офф. Вроде бы с группы выходят только команды, которые заканчивают на первом месте. Клаудио Брау сегодня защищает наши ворота, кстати, Мур, который сегодня правый 19-летний правый защитник, будет играть в основном составе. Нейбар и Месси на замену. Криштиану Тело, Неймар, Донгоу сегодня в основном. Погба, Рафиня, Бускетс. Вот такие вот фамилии. Давайте посмотрим состав Челси. Почему я говорю Челси? Потому что это Манчестер Сити. Манчестер Сити, да. Харт у них там на замене, я видел. Бонни, Стерлинг, Де Брюйне, Навас. Видимо, они тоже оставили на второе Суареса. Суарес, возможно, тоже, как и наш Агуэро, выйдет на втором тайме. На втором тайме, друзья. Все на второй тайм. Причем клише. Здесь Стерлинг. Пас назад и нарушение правил от испанцев. Удар по ногам, по-моему, клиши там неплохо так по ногам проехались ему. По ногам прям вообще проехались. Клиши с мячом, пас быстро на Стерлинг.
Вот это он быстро. Вот это английский быстрый футбол. Мур, наш 19-летний парень, кстати. Криштиану Тело. Сегодня очень много футболистов, которые не играли. Вот это скорость от Донгоу. Вы видели скорость этого парня? Он почти обошел. Как стоящего просто обошел сейчас. Сегодня, кстати, да, пишут по поводу этого. Сегодня, ребята, дебют у нашего Мура, 19-летнего, которого я привез в Барселону. Сегодня у него, собственно, дебют. Я думаю, он очень сильно волнуется. Поддержим парня лайками, друзья. Рафини с мячом. Здесь можно продолжать на Криштиану Тело. Но ничего у нас не вышло. И Де Брюйне, и Вилфред. Делф, как быстро играет Манчестер Сити, какой делает быстрый пас, отыгрывает назад. Посмотрите скорость на Донгоу, что с ним случилось? А за целый сезон парень начал очень быстро бегать. Поль Погба, вернувшийся к нам Поль Погба. Уходит, смотри, что делает на скорости. Здесь Донгоу. Был бы здесь сейчас Кунгу Агуэр, я думаю, Агуэр бы точно забил гол. Да, круто, когда возвращаются игроки, которые играли очень много. А вот он, кстати, и Мур. Мур с мячом пытается уйти. Смотрите, старается. Между прочим, очень старается. Рафиня точным ударом убрал руки защитник. Так бы получил по рукам и заработал бы пенальти. Да, Манчестер играет очень круто. Да, вот здесь вот не было рук, не было. Убрал руки защитник вовремя. Это будет навес от Рафини. Угловой, подача и удар. Нет, удар не будет. Еще один навес, еще один удар. Я сказал, еще один навес. О, прям по двум защитникам. Телу даже здесь прыгает. Неймар бусти. Так, Мур. Попробуем дать парню пробить. Не дадим ему пробить, что-то у него не вышло. Из интересных покупок у Манчестера Сити мы наблюдаем, что прям вот недавно они купили Боатенга. Ребят, купили Боатенга. Манчестер Сити, теперь он играет на вас. Навас играет на Уилфорд. Уилфорд играет на Погба. Здесь и Баба, и Погба. Вот какие у нас однослойные фамилии теперь. Клиши. Здесь Клиши, Стерлинг. Очень-очень быстро англичане играют. Неймар через себя выбил, но за Балета мяч не поймал. Мяч у Неймарчика. Неймарчик на Погбу. Погба Маскераном. Рафинья. Быстро начинаем. Здесь у нас Донгоу. Продолжить. Криштиану Тело. Корпусом играет, но Стерлинг первый. Нет, Тело. Хоть и 80 у него, но пока что он еще сыроват. Стерлинг. Опять же Стерлинг. Нет. Отлично отняли. Ух, еще бы чуть-чуть. Мур с мячом. С мячом Мур. Мур делает подачу на Донгоу. Но эх. Донгоу здесь очень... англичане держатся в центре. Кучкуются, не дают забросить. Но у нас главная игра, ребята, на второй тайм. Погба здесь так интересно на Забалету вылетел. У нас основная игра, ребята, будет на второй тайм. Там выйдут наши основники. И будем рассчитывать. Пока что мы, можно сказать, почти обороняемся. Но на самом деле так и есть. Мы обороняемся. Кто тут? Рафини и Погба. Эти два футболиста сегодня отыгрывают наш центр. Я думаю, во втором тайме будут тоже так же отыгрывать. И довольно удачно у них это. Де Брюйне будет лупить. Я думаю, будет бить. Тут ударить-то можно. Да, бьет. И выше ворот мяч уходит. Де Брюйне. Дельф. Вилфред. Опять этот Дельф. Очень агрессивно играет. Погба. Вот этого парня вообще сложный мяч, я думаю, отобрать. Погба дальше продолжает. Скетс. Где же продолжение-то? Не вижу продолжения. Не вижу я этого продолжения. Криштиану Тело. Отыгрывает, отлично ушел. Можно сделать прострел. Ну, Донгоу, почему не ускорялся, не бил? Первый тайм заканчивается. Ничья пока что. Обе команды не делали ни замен, ничего. Но играть сложно, кстати, с Манчестером Сити. Хоть это и финансовый кубок. И, кстати, последняя игра. Выйдем или в плей-офф. Погба. Погба продолжает на Баба. Погба-баба. Сегодня таким составом Баба. С мячом уходят, отлично. О, Забалета, не агрессивно ли слишком ты моего бабу-то поломал, а? Не агрессивно ли? Прям ногу вперед, и он там и остался лежать, собственно, у вратаря. Ничего себе, сразу видно английский футбол, грубая игра. Да, Эльф с мячом, ух ты, как здесь, Бускетс отлично отнял, отлично уйдет, ведь
уйдет. А, вверх не ушел за Балетта. Сегодня очень агрессивно этот парень играет, всех сбивает. Баба, которого, кстати, он недавно сбивал здесь, восстановился и нормально теперь вроде бы бегает. Ладно, сейчас еще, ребята, нам травм не нахватать. Нужно еще готовиться к началу чемпионата в Испании. Там нас ждет действительно в этом сезоне очень поистине долгий сезон, в котором мы будем очень много бороться. Здесь Дангол хватали за майку. Судья почему не обратил на это внимания? А вот, собственно, Боатенг, новая покупочка Манчестер Сити. Неплохо, неплохо Манчестер Сити. Удар Клаудио Браво. Клаудия нас сейчас спасает по полной программе. Клаудио Браво. Вот это удар был, вот с лету просто мощный удар был. Недолго думал, просто удар на силу был. И Браво нас спасает. И, наконец, замена. Месси, Агуэро и Халилович выходят. Настало это время. Настало. А у них Насри выходит, да, по-моему. Насри у них выходит в Манчестер Сити. Вообще, всегда говорил, что Насри не повезло с фамилией. Но футболист хороший. Лионель Месси сейчас с Кун Агуэро на поле. Суареса, кстати, они что-то не выпускают. Видимо, пока держат для чего-то. Пока непонятно. Тактически Месси, кстати, здесь боролся. И поборолся каким-то образом головой. Погба. Вижу справа Лионеля Месси, подключающийся. Во. Вот она скорость, Лео. Вот она. На Агуэро. Здесь был Агуэро. Погба! Это Поль Погба. Погба вернулся. Он вернулся. Вот это удар. Поль Погба. Этот парень нас будет радовать весь сезон еще. Весь сезон. А кто-то говорил, я его дорого купил. Вот вам, пожалуйста. На что способен, а? На что способен? На нафиг. Вот это удар. Вот это удар. Сходу. Сходу правой ногой. Гол. Поль Погба. Кто ожидал сегодня гол от Поль Погбы? Никто. А он забил. Вот так вот. Де Брюйне в шоке. Неймар. Уходит Неймар. Можно бить. Удар, гол. Это Неймар. 2-0. Манчестер Сити. И все. Потек. Потек Манчестер Сити. Мы начинаем громить. Начинаем уничтожать и стирать. Вот это пас на Неймара был. Вот это пасище. Вот этот длинный пас такой был. Неймар отправил. Куда и нужно было отправить этот мяч сейчас. Наконец-то забил Неймар. Кстати, еще бы чуть-чуть, и вы видите, что гола бы и не было, наверное, если рикошет в другую сторону. Неймар, бразилец. У нас скоро отборочный на чемпионат мира, где Неймар будет у нас участвовать. Естественно, мы как тренер сборной Бразилии. Дельф с мячом. Дельф. Вилфред через очко Халиловича пролетело, но мяч ушел выше. У англичан ничего пока не выходит. Сегодня испанцы сильнее. Тафари Мур, 19 лет, за позиция защитник. Этот парень нам поможет очень много в этом сезоне. 2-0. Барселона выигрывает Манчестер Сити. И это означает, что мы выйдем в полуфинал, друзья. Там и Манчестер Юнайтед есть, и Дортмундская Боруссия есть. Да кого там только, блин, нету. Ну, я не знаю тоже еще, кто там выйдет на самом-то деле. Кстати, самое интересное, что Манчестер Сити, ну, правда, клуб Виктори обыграли 5-0. Это был самый, по-моему, большой счет в нашей группе. Больше до 3 мячей никому никогда не прилетало. Кстати, очень опасно здесь сейчас по Клаудио Браво будет бить. Довольно очень близко. Удар Де Брюйне бил. Да, это гол. 2-1. Англичане забивают. По-моему, это Де Брюйне, да, друзья? По-моему, это он красиво ударил вообще через всю стеночку. Смотрите, я стеночку еще вперед немножко подвинул. Судья не заметил. Все равно этого не хватило. Клаудио Браво. Неймар отвернулся. И вот такой вот Де Брюйне нам прислал подарочек. 2-1. Можем еще, кстати, они могут еще сравнять. Время-то, в принципе, еще есть. Фу, слава богу, друзья. Победа 2-1 над Манчестер Сити.
Хоть мы сегодня один штрафной пропустили. Да, сдержали, молодцы. Погба, великолепно. Мне больше всего отличие сегодня я бы дал Погбе, который просто прохерачил почти с центра поля по воротам. Насри у них очень здорово играл. В общем, друзья, мы выходим в полуфинал. Это финансовый кубок. Мы сейчас обязательно посмотрим, кто нас там будет ждать. Да, господа, закончился матч. Все разошлись по домам, как говорится. И у нас следующая встреча будет интересная. А тем не менее, в новостях тоже много чего интересного пишут. Самсуров говорят, что собирается покинуть наш клуб. Ну, в принципе, знаете, я говорил, что у этого парня есть перспективы в Испании, ну и не только в Испании, его тело позволяет ему проникать сквозь защитников. А Мур отлично выглядит, 19 лет, Тафари Мур, который сегодня дебютировал на поле, очень здорово выступил, про него, смотрите, можете ставить на паузу, про него тут целую статью написали, что довольно он круто реально выступил. Ну, то есть не облажался в 19 лет, вообще не облажался, я думал, там, блин, правый защитник, все-таки, или какой левый, да, я забыл, или какой он правый, да, справа у нас Алвес, и не хуже Алвеса, кстати, сегодня сыграл, и смотрите, на кого мы в 1-2 финал попали. Смотрите, на кого мы попали. В общем, полным ходом у нас Манчестер Юнайтед. Слева Бавария против Дортмундской Боруссии. И вот, в общем, две игры у нас осталось в общей сложности. Это, возможно, будет следующая серия. Вот, пока что в этой серии будет только один, потому что еще идут трансферы. Почему я делаю, собственно, по одному матчу? Потому что я еще контролирую трансферы. Итак, друзья, Энтони Марсиаль принял, к нам приезжает Энтони Марсиаль, так что поздравляем, у нас появился еще один отличный нападающий, который будет очень сильно нужен в этом сезоне. Повторяю, в этом сезоне будет очень много матчей, и всем составом я буду по полной программе пользоваться. Так, и странное предложение я делал на Джереми Боатенга, но мы видели Боатенга в Манчестер Сити, то есть непонятно, он туда поехал как вообще, где он сейчас, почему-то сейчас показывается, что он здесь, а был там, в общем, непонятно. Мы, естественно, клуб согласился его, естественно, продать, а вот здесь сейчас я вообще не понимаю. Но если Боатенг согласится к нам ехать, это будет лучше. Вот, это будет намного лучше, чем, например, может быть, еще один какой-то Боатенг там в Англии есть, я не знаю. Либо я кого-то с кем-то путаю. Нам, кстати, еще 3200 лимона подарили за то, что мы вышли из группы. Это очень круто. Мур, спасибо, что дали мне шанс выйти на поле. Тренер, 19 лет, кстати, очень отлично выступил. Не хуже Алвеса. Будешь иногда, наверное, заменять, когда Алвес будет уставать. Это нам Мур говорит, это Руслан Самсуров, который очень что-то обиделся и не знает, что ему, куда ему делать. В общем, друзья, нас впереди ждать, как видите, будет Манчестер Юнайтед, это будет очень круто. Люк Шоу, смотрите, согласился, к нам тоже приезжает Люк Шоу из Манчестер Юнайтеда. Мы сегодня, кстати, будем играть с Манчестером Юнайтедом, и у нас уже Люк Шоу приезжает оттуда. Вот это здорово, очень круто, ребят, смотрите, действительно, реально круто. Вот, приезжают очень крутые футболисты. Вот, и сейчас мы еще чуть промотаем. Еще кое-какая должна быть там, по-моему, трансфер кое-какой. Марка Терштегена хотят у нас купить, по ходу дела. И кто хоть Рома хочет купить за 41 лям, рыночная 39. Но вот мой, говорит, исполнительный директор говорит, что он аж до 63 стоит. Нет, Терштегена я отклоняю, все-таки этот парень реально, ну, вспомните, в том сезоне, в первом, мне он очень вначале жутко не нравился, он пропускал, а потом он прям реально играть круто стал, так что я не собираюсь пока его куда-то там отправлять, продавать, он реально крутой футболист, да и Браво стал что-то вот на этом чемпионате финансовом очень круто стоять, то есть, не знаю, друзья. Так, у нас еще есть два предложения на Андриану, левого защитника, мы, естественно, отклоняем. Сельта Вига за 4900, а он 5500 рыночной стоимости, нет, я им пользуюсь. Барта, центральный защитник, вот его, в принципе, можно было продать, но я не хочу пока продавать за такие дешевые деньги. Монако хочет приобрести, нет, я все-таки
отклоняют предложение. Все-таки с центральной зоны у меня пока не приехал Боатенг, все будет чувствительно. Ну вот, следующая встреча у нас будет проходить с Манчестер Юнайтедом. Вот, у нас, смотрите, теперь как мы будем действовать. У нас появился Люк Шоу, Марсиаль, который приехал к нам, и Люк Шоу. В общем, ребята, будет просто мега круто все. Здесь у нас, я что взял? Я буду сюда ставить Агуэра, а Марсиаль реально будет очень круто заменять. Марсиаль будет очень круто заменять Агуэра, да? То есть это будет офигительная замена. Здесь будет Месси стоять, здесь будет Неймар, иногда, может быть, будет Ройс выходить. Чершов, кстати, 80 показателей. Поль Погба, незаменимый наш Поль, который лупит просто издалека. Рафини, Иньеста и Сонг, Бускетс, центр. Приедет Боатенг, когда? Когда приедет Боатенг? Сюда станет Боатенг и Жерар Пике, я думаю. Справа Мур стоит, сейчас будет стоять, естественно, Алвес. Баба вообще просто мне очень сильно понравился. Но Альберт, здесь будет стоять Люк Шоу сегодня, вот, потому что это все-таки будет против Манчестера Сити и на воротах Терштеган. Вот, в общем, вот так, заменки. Донго мы меняем на Марсиаля. Кого еще нужно нам? Сонга, наверное, чтобы заменил кого-нибудь. И Халиловича, наверное, да? Халиловича. Ой, Жерар Пике вернулся. Да, слушайте, это очень круто. Это очень круто. Мы его сюда и поставим. В общем, вот такой, смотрите, у нас мега крутой состав получился. По-моему, Месси, Агуэро, Неймар, Погба, Иньеста, Бускетс, Масерано. Вот сюда вот. Здесь вот на этом месте, скорее всего, будет стоять... вот я не знаю, кстати, последнюю новость не читал, того парня вообще должны были посадить за налоги. Так что вместо него, возможно, будет стоять этот самый, как его, Боатенг, если приедет. Здесь будет стоять Боатенг, здесь будет Люк Шоу и Альба и Баба. То есть, как видите, просто у нас теперь левые защитники просто очень крутые. Справа у нас тоже получается очень круто. Алвес основа. Ему замена Дуглас и Мур. Возможно, иногда какие-то матчи будет выходить. Вот, ну такая резервный правый защитник. В центре Жерар Пике и Боатенг, возможно, Масерано и Барта. Это все вот это вот подзамена. Ну, у нас еще, кстати, молодой Багнак есть. Здесь в центральной опорной зоне у нас Бускетс, естественно. Ну, Сонг подзамена ему, по-моему, очень удачная замена. То есть состав просто мне очень нравится. Ребята, Ройс, который будет менять, возможно, Погбу, возможно, Иньесту. Вот, там же будет и этот самый Миронов, там же и Рафиния, там же... И в центральной зоне, возможно, появится... Кто у нас там еще появится? Кто-то еще у нас там появится, друзья. Черышев, возможно, еще будет появляться. Черышев, да, возможно, мы его отправим на аренду. Возможно, мы его сейчас отправим на продажу. Не знаю. Сейчас посмотрим. Но пока им не очень я пользуюсь, согласен. На этом все. До скорых встреч, ребят. Счастливо. Пока-пока.